Да. Че, надо как-то. Списываем материал. Ну давай так. Саня! Как тебя зовут? Ваня? Ваня. Ну а где твой Саня? Какой Саня? А ну спроси, где он пропал. Какой Саня? С которым ты разговаривал только что. Друг твой. Я не знаю никакого Саня. Не знаешь никакого Саня? Нет. Саня? Да все, пизда на тебе. Что? Связь отключилась, Саня? Да. Твоя камера в глазах снимает меня? Да, смотри. Где камера твоя? Ну, по цвете она блестит, Миш. Вот это блестит, да? Да. А вон наушник. Где наушник? Вон наушник. Наушник? Ну, я его разъебал, потому что они все кричат, а я бежал так холодно. Я взял вот так, бах-бах. И наушник упал, да, блядь? Нет, он не упал. И он остался в ухе, извини, прикинь, теперь тихенько, тоненько и так... Мерзко, да? Я не могу ничего сказать, я их не слышу. И много чего надо мне сказать. А я ничего. Сань, о, так а где ты пыхнул? Где так пыхнул? Да. Так что вам надо пыхнуть, господа? Не, пыхнул. Я не хочу, столько всего было в жизни, не хочу вернуться запыхнуть. А вдруг мы хотим с тобой пыхнуть? Со мной пыхнуть? Так это же нормально. Я ну только так за. Ты скажи, только где? Вы будете вот такие вот, как я. Ну ты так, когда... Сразу. Вот где ты прихвачивал? Ты прихвачивал, вот я пыхнул сутки назад, ты сутки будешь вот таким вот. Полторы, вот полторы вот такой. А первый час ты будешь пиздец какой-то, блядь, секси шпат, нахуй, и будет телку в этом городе ты отжаришь, ебать. Или ты сейчас. Ну это пиздец, что за кайф, нахуй. Я понял. Да, ебать. Пацан. А ты за сколько. Ну, сколько напасов тебе дали пыхнуть? Не напасов. Один... Я нормально все у меня. А где ты закладку приподнимал? Да я не подымал никакие закладки, все заебись. В смысле? Ну а где ты так накурился? Ну ребенок побежал мне и дал халку. Как закладку, только уголок такой. Ну. И все. А он какой-то странный ребенок, он не как эти какой-то шепутной. Он говорит, у меня хапка не такая, у меня хапка, говорит, вообще, говорит, бомбовский огонь. Только ты, говорит, держи, говорит, давай медленно. Тут ты, говорит, хапуга, вижу по глазам сильно, не торопись. Поджигает. Я тяну так потихоньку с трубочкой и чувствую, что это, блин, какой-то не соя, не фиг, какой-то фен прям жесткий. И как я побежал, как побежал. Ну, я очнулся возле стадиона, я тебе все бегу и бегу. Возле какого стадиона? Возле какого? Возле большого стадиона. Серьезно? Все, холодно, я в кроссовках дырявых, в чисто чужих, вообще в вещах я не пойму. В чьих вещах? Ну вот в чьих, я не знаю там вещах. Ебать тебя прет, да, Сань? Да, я хочу уже Ваня. Че, Ваня? А Саня спроси на связь. Ты меня еще обрадовал, меня там по всему амнистировали, 5 статей мне там амнистию впаяло государство, я его люблю, передаю привет. Я больше это, честно, слышишь, никогда ему не Саня спроси, где он там, на связи? Нет, а ну спроси. Зачем?